Сегодня отмечается Всемирный день без автомобиля. Пересесть на общественный транспорт, на велосипеды призывают многие общественные деятельности, чиновники. Насколько эта традиция приживается среди обычных граждан, среди сотрудников администрации, мы сейчас узнаем. Здравствуйте. Сегодня день без автомобиля. Скажите, пожалуйста, как это ощущается на парковке около администрации? Ну, могу сказать так, что сегодня в основном большинство народа приходит пешком. Вы знаете, что сегодня отмечается день без автомобиля? Да, знаю. У меня работа такая, что я не могу без автомобиля. У меня развезло график. А если бы была возможность? Возможность, конечно. По возможности всегда пешком. За детьми, в школу, в садике. А на общественном транспорте ездите? Нет, общественном не езжу. Если надо будет, то, конечно, и без выхода, то поедешь. Если без мужа, то на общественном. С мужем только в автомобиле. А на велосипедах не ездите? Нет, не знаю. Не слышали об этом? А если бы вы знали, вы бы могли принять участие, отказаться от машины? Сегодня нет. Ой, мы не можем. Мы не можем. Знаем. Знаем, мы не можем. Конечно, удобнее велосипеды-то. Ну и экологичнее, да. Я вот всегда вот стараюсь. Вот сейчас я доехал от Снегирей. Да. Ну, получилось часик. Ну, зато более бесплатно, ну, бесплатно. Ну, здорово. Тренировка для организма. Обычно на машине, да. Ну, я-то живу в Одинцовском районе, поэтому мне, в общем-то, до Истры добираться прилично. Это нужно быть мастером спорта, наверное, велосипедного, чтобы ездить по 60 километров в день в одну сторону и в другую. А так, в принципе, вы готовы поддержать акцию, вот если у себя там в Одинцово, как-то проехаться на автобусе? Да не на автобусе, на велосипедах с дочерью катаемся в выходные дни. Очень активно поддерживаем акцию. Вы сами водите машину? Да. А сейчас вы с машиной? Нет, сейчас на машине, но просто как бы, чтобы не создавать пробки, я стоял на стоянке, сбегал по делам. Так. А вообще сегодня не отказались от автомобиля? Нет, нет. Ну а куда? Мне нужно было в клин, с клина в Истру. Как я смогу? Нет. И вечером на работу. Сегодня наоборот мало пассажиров, как никогда. Не прибавилось, а убавилось что-то. Серьезно? Не знаю почему. А на дороге вы не заметили, что, может быть, пробок меньше стало? Как были, так и есть пробки. Вообще большие пробки быстро? Большие. Электричество есть общественное пространство? Ну, смотря какого электричка, нет пробок. Ну да, в принципе, то, что как бы нужно почитать, можно поспать, поэтому машина будет, что-то покажется. Хорошо, я бы вообще Истру, мой любимый город, всю бы зеброй прорисовал насквозь. Чтобы было хорошо, вообще пешеходная зона, чтобы Истра вся была пешеходной зоной. Истра не такой большой город, можно и пешком пройти. Показали, как это должно быть, участники городского велопробега. Спортсмены из секции велоспорта проехали по Истринским улицам. Правильный пример от молодых и здоровых. В рамках проведения Всемирного дня без автомобиля всем автомобилистам предлагается на один день отказаться от использования личных транспортных средств. Девиз этого праздника – город как пространство для людей, пространство для жизни. Детям понравилось, тем более школа Крупская стояла, приветствовала учащихся. Все нам так аплодировали и приветствовали. Было очень хорошо. Елизавета Макеева, Максим Барышев, Истранет ТВ.